Намибия – государство в Южной Африке. На севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке – с Ботсваной, на юге – с ЮАР. С запада омывается Атлантическим океаном. В Намибию въехать можно по-разному. Из Южной Африки, например. От Кейптауна до намибийской границы 600 километров. Вот мы и едем. Трасса совершенно прямая, как лом. О, река. Воды, правда, нет, но говорят, что будет непременно, если дождь пойдет. А пока одно только дно. В местах дорожного ремонта люди, а так людей нет. Граница с сопредельным государством проходит по реке Оранжевой. Это отсюда пошла песенка про оранжевую маму и оранжевого верблюда. На пограничном переходе познакомились с намибийским правительством. Welcome в Республику Намибия, а конкретнее в пустыню Намиб, древнейшую пустыню мира. В нынешнем виде она существовала еще 80 миллионов лет назад. Название Намиб на местном языке означает «место, где ничего нет». Ну, очень же символично. На дороге гребенка или стиральная доска. Кто помнит, что это такое? Колесо попадает между двух гребней, и авто начинает трясти, как на страшном суде. Весь груз и седаки утрамбовываются. Фиш-Ривер-Каньон длиной 160 километров. В нашей каменистой ужасной пустыне Намиб среди общего хаоса под Фиш-Каньон построены шикарные лоджи с шикарным антуражем, прислугой и ценами. Но нам мимо. Вот он, этот Фиш-Каньон, провал. 150 миллионов лет назад, или около этого, где-то посредине мезозойской эры, земная кора здесь лопнула и сдвинулась. Получился разлом-провал. Речка Фиш помогла пролому расшириться, а потом ушла. Сейчас по дну течет канализационный ручеек, но говорят, что бывает и настоящая вода в дождевой период. Хотя водичку можно найти и сейчас. Выдвигаемся на север, в сторону Сесриема. Сесриема – это поселок, не поселок, точнее, структура из кемпов, лоджий, откуда народ стартует на дюны Сосуслея. Ходу до Сесриема километров 500. Ночуем в городке-поселке Мальтахе, у Яна. Есть у меня подозрение, что Янов на юге Африки, как Иванов в России до реформы. Ян в прошлом обслуживал все маяки на побережье Намибии и Южной Африки. Но маяки закончились, а Ян вышел на пенсию. Купил домик, завел небольшой отель. В бытность честной работы на маяках у Яна скопилось множество морской атрибутики. Лампы, компасы, спасательные круги, карты, лоции, собаки. И злые собаки. Расскажите немного о себе. Меня зовут Ян Гусейн. Я отчасти на пенсии, но не совсем. Поэтому я продолжаю работать на маяках. Это хорошая работа для людей-одиночек. Приятно быть одному. Что вы думаете о России?
Я не знаю России. Я ничего не могу сказать о России. Никогда не видел и не бывал в России. Все, что я видел, это здесь, только по ТВ. Нет, ничего не могу сказать. Кемпинг «Оазис» в Сестреме подразумевает площадку с деревом, кран с водой, электророзетку и возможность под деревом поставить палатку. Душ и нужник в отдельном помещении. В баре можно спросить лед. Очень хорошо. Птички живут на нашем дереве в огромном коллективном гнезде, похожем на небольшой сток сена. Живут и гадят нам на головы. А мы их хлебом кормим. Вот она солидарность с населением Африки. В 6 открываются ворота, и весь туристский народ едет в сторону дюн по хорошей дороге примерно километров 60, поспевая к восходу солнца. Потом все дружно лезут на дюну номер 45. Все дюны в Намибии пронумерованы, чтобы как бы чего не вышло по бухгалтерии. Так вот, народ поднимается на дюну 45, фотографирует, поет осану восходящему солнцу, некоторые шаманствуют, самые отчаянно продвинутые съезжают с дюны на заднице. Солнце вышло. И все дюны раскрасились, стали разноцветными. Дюны, Намибия, Сосусвлей. До следующего чудесного места можно доехать, если имеется возможность вашего авто. Если нет, просим. Местный туристский вездеход не за бесплатно. Здесь находится котловина из белой глины под названием Dead Valley или Мертвая долина. Более точно, Мертвое болото. Когда-то давно здесь, в пустыне Намиб, вдруг случился потоп, и вяло текущая рядом речка разлилась и вымыла в песке эту долину. Вода появилась, вырос лес, но ненадолго. Вода ушла, плато пересохло, опять засуха. Пустыня Намиб. Очень старая пустыня. Жарко здесь очень. Душно. Мертвые деревья. Но место хорошее. Приезжайте. Девятьсот лет стоят эти корявые деревья на белой глиняной корке в окружении 100-метровых дюн и хоть бы что им. Картина, но очень же сюрреалистическая. До океана 300 километров грунтовки через пустыню Намиб. Озера по обеим сторонам дороги, но приближаешься к ним поближе, и все. Нет озера, только мираж. Вечером берег Намибийской Атлантики, Валвис-Бэй. Сегодня выходной, и мест спальных нет. И людей на набережной нет. Пеликаны и фламинго есть, а людей нет. Африкас. И пошел. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень милый и чистенький городок
Свакапмунд в 20 километрах от Валвисбея. Сюда из столицы намибийское лето переезжает весь Бамонт, чтобы прохлаждаться на морском бризе, а не преть в жарком виндухе. Свакапмунд строили немцы под себя, в своем немецком колониальном стиле. Чувствуется влияние немецкой культуры, архитектуры, денег, пива и сосисок. Народ и даже негры говорят по-немецки. Мужики все геры, а не мистеры. Девки фрау. От Свакапмунда на юге и до границы Анголы на севере протянулся национальный парк «Берег скелетов». Место сумрачное, неприветливое и безрадостное. Постоянные туманы и непредсказуемые морские течения погубили здесь множество судов и людей. Шансов выжить у доплывших до берега не было. Они погибали в пустыне от солнца и жажды. Их убивала пустыня. Между тем, это отличное место для рыбалки. Холодное бенгельское течение несет с собой большое количество планктона, поэтому и рыбы много. А акул здесь ловят прямо с берега и круглый год. У кого нет удочки, вылавливают рыбу из песка руками. А это на серьезную рыбалку. В городке Хентис-Бэй в 1978 году двое мужиков соорудили виселицу с недвусмысленным призывом сохранять в чистоте город и пляж. Действует, никто не гадит. Еще раз пересекаем пустыню Намиб и попадаем в область Дамарленд. Здесь живет народ Дамара и находится самая высокая горная намибийская система Брандберг. Придорожный народ пробавляется тем, что продает камушки с горы и дровишки. Кому что надо. Ближе к национальному парку Этоша живут люди из племени Гереро. Женщин легко узнать по экзотическому наряду. Раньше все гереро ходили голые, но пришли немцы, и миссионерские жены научили местных кройке и шитью. Парк Этоша – самый большой парк Намибии. Как и в любом национальном парке, здесь многое запрещено. Например, кормить львов из рук сырым мясом. Дежурный кемпинг – стоянка с деревом. Земляные волки так и норовят что-нибудь свистнуть. Зверье имеет привычку ходить на водопой. И вот у луж и луж рукотворных собирается вся звериная банда. Ориксы, спрингбоки, зебры, жирафы. Ну, мелкая дичь. Львы пьют себе и писают. Почва в парке сухая и каменистая, и на первый взгляд напоминает заброшенную стройплощадку. Все покрыто пылью. Этоша и переводится как «большое белое место». На карте Этоша нарисовано большое озеро. Можете проверить. Оно вроде как есть или как бы и нет. Озеро работает один месяц в году, февраль, а потом высыхает. Озеро высохло –
а животный персонал парка подпаивают в искусственных водоемах. Зебр много, они красивые, но дуры, когда пугаются, впадают в панику, и тут-то их можно догнать и съесть. Некоторые львы так и поступают. Козлики, спрингбоки, антилопы, гну. Странно, что не желтого цвета. Порода особенная. Все куда-то спешат, и птица-секретарь, и вот эта многоножка. Героический жук-скоробей, упертый не меньше, чем сизиф с камнем. Найдет жучок укромный угол и сожрет навозный шарик, и будет хорошо. Красавцы! Вчера лев задрал зебру, нажрался и отвалился с полным брюхом. Сегодня все, только шкуры и кости. Надо бежать в другой общепит. Съел сам, дай пожрать товарищу. Вот закон социалистического общежития в парке Этоша. Большим красивым кошкам в глаза смотреть не рекомендуется. Там можно увидеть и собственный конец, в смысле жизни. Сколько стеклотары. Ликер Эгермейстер, старший егерь. Герман Геринг, помимо всего прочего, по совместительству был главным лесничим Третьего рейха и содействовал популяризации этого напитка. Дочин посетители парка ностальгируют по тем временам. И бессмертная запись на Африканес. Здесь был Менгисту. В Африке постоянно преследуют ощущение, что вся природа здесь находится в антагонизме с человеком. Каменистая пустыня с острыми камнями, колючие кусты, деревья, колючая трава и просто колючки. Везде, на каждом шагу, колючая проволока. Намибия страна не бедная, алмаза урановая. Но, как и везде в Африке и почти везде в мире, народ живет бедно. Намибия – молодое государство, которое более 100 лет находилось под властью разных колониальных властей. Англичане, немцы. Официально немцы покинули страну 100 лет назад, во время Первой мировой войны. Немцы-то ушли, а корни-то остались. Чистота и порядок существуют в Намибии сегодня. Юго-Западная Африка, так называлась Намибия, еще 30 лет назад. А независимость получила
только в конце 80-х годов 20-го столетия. Природа Намибии живая и неживая, разнообразна и удивительна. Страна ориентирована на туризм. Возможно, поэтому расовые и социальные противоречия несколько сглажены по сравнению с соседней ЮАР. По крайней мере, у белых пока не отнимают землю. А что будет дальше, покажет время.